Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, 1 февраля этого года двое жителей села Святое Осташковского района, находясь в сильном подпитии, под надуманным предлогом предложили 56-летнему знакомому сесть в автомобиль и повезли его к заброшенному ангару у дороги в сторону деревни Сухлова. Там один из обвиняемых вытащил мужчину из салона автомобиля, ударил его кулаком в лицо. Другой заставил потерпевшего залезть в багажник машины. Злодеи повезли избитого человека к берегу реки Осницкая, где вновь стали избивать руками, ногами и металлическим крюком. Обессилевшую жертву обвиняемые вытащили на покрытую тонким льдом реку, где под весом собственного тела потерпевший ушел под лед. Увидев, что мужчина не подает признаков жизни, злоумышленники с места происшествия скрылись. Раскрытие данного преступления, совершенного в условиях неочевидности и вызвавшего широкий общественный резонанс, представляло особую сложность расследования. На первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. Благодаря тесному взаимодействию следователей Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с сотрудниками органов внутренних дел, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы, злоумышленники были задержаны по горячим следам. После задержания и предъявления первоначального обвинения уголовное дело продолжало представлять особую сложность в расследовании, вызванную большим объемом выполненных и запланированных следственных и иных процессуальных действий, большим количеством назначенных и проведенных судебных экспертиз, значительным объемом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также позиции одного из фигурантов, который, несмотря на прямые доказательства его вины, показания соучастника и свидетеля, а также заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы, полностью отрицал свою причастность к инкриминируемому ему деянию. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу в отношении обвиняемых утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. 16 июня. Восточный мост. Столкновение четырех автомобилей. На эвакуатор грузят Мазду, которая столкнулась с грузовой газелью, зацепив попутную Тойоту и Митсубиши. Все машины двигались через мост в направлении Затверечья. Водитель Мазды, увидев автомобильную пробку, решил развернуть машину в обратном направлении. Я хотел развернуться, да, и тут зацепили меня. А вы разворачивались через рельсы? Ну, то и «Газель» ехал через рельс. Тут многие разворачивались через рельс. Водители столкнувшихся машин отправились оформлять документы в ГИБДД. К счастью, в этой аварии никто из людей не пострадал. По мнению Вячеслава, не последнюю роль в ДТП сыграл ремонт дороги и, как следствие, скопление машин. Хоть бы знаки поставили какие-то, что там стоит, сюда бы никто бы и не поехал. Я бы не поехал. Я поехал бы через город. Мне надо ехать, в юность было.